Знание правил дорожного движения теперь каждый желающий, будь то опытный водитель или готовящийся им стать, смогут проверить на веб-сайте Департамента шоссейных дорог. Пробный экзамен можно выполнить как на эстонском, так и на русском языках. Сдача экзамена на получение водительских прав – серьезные испытания для начинающего водителя. Так что возможность попробовать, как это происходит в реальности, несомненно, поможет лучше к нему подготовиться. К тому же сэкономит деньги, ведь за повторные экзамены приходится платить. При этом в департаменте предупреждают, что пробный экзамен – это не семинар по изучению теории, и рассчитывать, что, пройдя тесты, можно не браться за свод правил, не стоит. Так что механическое заучивание не подменяет самого процесса тщательного изучения ПДД. А сам пробный экзамен лишь помогает проконтролировать уже полученные знания. Проверить себя могут и опытные водители, желающие освежить свои знания правил дорожного движения, тем более, что сделать это можно бесплатно и не отходя от своего компьютера. Судя по статистике первого полугодия, 538 тяжелых дорожно-транспортных происшествий, сделать это окажется далеко не лишним. Ведь в основе любого происшествия – нарушение простых правил, именуемых ПДД.